Ребята, всем привет! Сегодня у меня новинки, и не только новинки, каталога 13-2020. И, конечно же, помада HD Color ярче любого сюжета. Она действительно, вообще, я прям в шоке над этой помадой. Тут также можете считать код. Она идет для губ, 4 грамма, все помадки по 4 грамма, и стоит вот 400 рублей по цене каталога. Я, значит, урвала все 11 цветов, чтобы показать вам, мои дорогие. Это помада для губ, значит, 4 грамма, 100% цвета, эффект Soft Matte. Так, значит, от английского высокое разрешение, высокая четкость, помада с особым ярким пигментом и четким нанесением. Пигмент просто нереально яркий, я просто в шоке. Так, действительно, она идет мягкая такая, матовая. Вот, цвета, конечно, шокирующие. Я себе мало цветов подобрала, хотя девчонки приходили, смотрели, говорили, обалденная помада, вот это и вот это. Но вы знаете, что-то как-то в этот раз у меня не особо срослось. То есть они приходят в такой вот упаковочке. Да, красивые. Такие помады можно дарить в подарок, да, вместе, допустим, к примеру, тени и помада, да. Очень красиво смотрится, да, очень хорошо. Мы в тенях позже. Вот таких вот упаковочках. Вот эта кучка у меня стоит. И я вам могу сказать, что помада мне действительно понравилась. Я ее полдня проносила. Конечно, когда я ее нанесла, она у меня съелась немножко, ее нужно обновлять, но если вы что-то пьете аккуратненько, то будет, конечно, здорово. Да, сама помада вот такой вот носик, она реально ярко пигментированная, то есть одного нанесения хватает на очень, так это, да, то есть вообще просто невероятно, да, видите, прям какая яркость. Так, давайте я вам сделаю четче. Вот она, видите, как наносится, если в один слой. Вот один слой. И в два, в три слоя она прям вообще такой вот оттенок. Прям во! Такой вот крутой. Это, кстати, у нас идет помада 40782. Так, вот она, наверное. Да, тут она, видите, такая яркая в каталоге. Но на самом деле она еще ярче, еще темнее. Да, то есть, ну, смотря в сколько слоев. Да, прям. На губы она кладется ровно. Губы она немножечко, совсем чуть-чуть подсушивает. Если вы захотите на вот этот вот матовый финиш нанести какой-то блеск сверху, то блеск, во-первых, если он с губкой, то вы его попачкаете. Во-вторых, она начнет растекаться. То есть таким вот образом она устроена. Так, следующая помадка у нас с вами идет. Вот это вот мне понравилась помада. Она очень даже симпатичная. Это у нас идет оттеночек, получается, 40203. Так, давайте-ка мы ее тут найдем. 40203. Да, то есть разница в каталоге есть с этой помадой. То есть она не совсем такая, как представлена в каталоге. Обратите на это внимание. Вот, и такая вот она. Если несколько слоев. Но, знаете, одного слоя уже хватает. Очень-очень матовая. Тратится она будет средняя, то есть она у вас быстро не искрасится, но помада не супер вечная. Так, далее, значит, идет оттеночек вот такой, тоже очень красивый, тоже очень такой насыщенный. Угу. Ну, в один слой, в несколько слоев. Значит, это оттенок 402-204. Угу. Как интересно называется. Знакомьтесь, Марсалла. Марсалла. Да, то есть вот такие вот образы. Точно она прям отличается в этот раз. Да, видите, отличается. 402, 204. Нет, я не ошиблась. Я даже подумала, что я ошиблась. Но, как вы видите, они отличаются. Поэтому будьте осторожнее. Вот. Таким вот образом. Далее 400-202. Вот такой. Да, то есть он практически совпадает. Да, красивый такой оттеночек. Очень. Мне он понравился. Вот этот тоже очень понравился. 400-207. Такое вот сравнение. Этот практически верно передан в каталоге. Да, смотрите, все хорошо. Тоже очень такой яркий, насыщенный оттенок.
кстати, упаковочка магнитная у них, очень красивая. Оттеночек 400-208, прям яркущий такой. Да, вот такой в каталоге. И такой вот на руке. Один слой, два слоя. Круто, круто, ребят. Очень насыщенные оттенки. Прямо высокопигментированная помада, я бы так сказала. Так, 14-201. Вот этот оттенок мне тоже понравился. Я такие оттенки люблю. То есть, видите, я уже и губы покрасить успела. Вот именно эту помаду я и тестировала. Именно с этой помадой я и ходила долго. То есть, вот такой вот. Прям, знаете, такой свойский, да, домашний, такой прикольный оттеночек. Очень даже благородный, чисто такой, знаете, коричневый, да, и вот. Далее, 400-780. Это вообще, я не знаю для кого, он очень яркий. Ребят, очень яркий, прямо вообще такой, знаете, на дискотеку, наверное. Вот он, 400-780, да. Он даже ярче, чем в каталоге, да? Видите? Ярче и светлее намного. То есть такой прям. Чересчур для меня вот это, такие оттенки, это чересчур. Так, вот этот такой, знаете, красный. Классный такой, чистый красный. 402-06, да? Угу. А нет, 402-05. 402-05. Где он? Вот он. 402-05. Угу. Он идет такой с бордовым немножечко отливом. Теплый такой оттенок с бордовым отливом. Если этот холод холоднющий, да, то есть то этот прям бордовый такой. Классный оттенок. Так. Этот тоже мне понравился оттеночек. Это у нас идет 402-00. Вот он. В самом верху, но он, конечно, от каталожного оттенка он отличается, да, видите, не совсем точно передача идет. Этот цвет очень красивый. И, кстати, он у меня натуральный, он наиболее приглушен, чем тут. Если тут он идет с какой-то рыжинкой, то на самом деле он абсолютно без рыжинки. Вот тут у меня, конечно, камера подводит, скажу вам честно. Этот оттенок она плохо передает. Далее, такой вот яркий морковный, что ли, я не знаю, как он его назвать. Значит, 402-206. Вот он такой оттенок, вот он как на губах, вот он как по-настоящему. То есть его передали цвет в цвет прямо, один в один, каталогу верьте. Так. Так вот, очень даже ничего. Вот, очень смелые помады, реально смелые, реально насыщенные, реально их вам надолго хватит. И вот этот вот оттенок, самый последний, 407-781. Конечно, холод холоднющий, да? Вот, давайте. Вот так вот. То есть такой вот он прям, ух! Да, вот эти два прям, ух! Мне кажется, они даже будут вместе сочетаться. Да, смотрите. Прикольно. Так, что я еще за ними подметила? Их очень-очень сложно смыть, получается, просто ватным диском из губ и с руки. То есть я их смываю мицеллярным лосьоном, и вот лосьон с ними хорошо справляется. Ну, практически хорошо, да. То есть вот, как вы видите, мицеллярный лосьон немножечко, как вам сказать... Да, не совсем как бы хорошо справляется, но хотя бы так, да, то есть она немножечко, грубо говоря, проявляется, да, то есть я ее замачиваю таким вот образом, а потом уже начинаю стирать по-хорошему, и она уже стирается. Так что вот такие помады. Помадами в целом я довольна, но, как вы видите, мне понравилось только 3 цвета, все остальные для меня слишком уж яркие. Далее, ребят, у меня Викуся сломала тени. Сломала, так, знаете, здорово. Поэтому тени вот точно такие же она сломала. Они сейчас, к сожалению, не подходят под
Так, где-то тут склеено, да? Мне сейчас не подходит под транспортировку. А все же это самые хорошие тени, которые я могу, в принципе, взять с собой, да? То есть я она вот так вот взяла и так разломила и нечаянно, да? Вот, поэтому мне пришлось заказать новую дорожную упаковочку. Кто-то говорил, что таких теней нет на складе. Почему их нет, не знаю. Мне ребенок сломал, я зашла на сайт и заказала. Может быть, артикул не знаете, да? 5741. Эти тени идут трех оттенков. Они классные, они хорошо ложатся. Значит, палета теней есть зеленая. Волна получается 5740, вот это вот, да, волны света 5741, это вот как раз вот это вот наша, да, палетка, видите, совпадают все оттеночки, и палетка теней лиловые волны 5742. Вот, значит, я выбрала именно 5741, это матовый оттеночек, да, то есть это такой вот тоже матовый, так, минутку, как бы ничего не допутать, это такой вот блестящий очень сильно. Это такой, знаете, прям золотой совсем. И они очень классные, пигментированные. Ну, этот, понятно, он практически незаметный, да, как он ложится. То есть все очень-очень даже красиво. Еще такой вот черный оттеночек, да, такой, видите, бронзовый, да, и вот такой вот черный. То есть очень красивые оттеночки. Да, то есть их давайте тоже нанесем. То есть вот такая вот красотища из красотищ. Вот, поэтому буду пользоваться с удовольствием новой палетки в дорогу. Положу ее уже в сумочку и уже Виктории точно не дам. Но мы в поездке сами виноваты, за ней не досмотрели. Вот такие вот мы родители. А пластмассовой палетки много не надо. Она хрусть и все. И нет палетки. Чук-чук, а появился гиалуроновый гель с алоэ вера 50 миллилитров. Он классный, он шикарный. Так, ребят, снимаю для вас видео, как наносится гиалуроновый гель алоэ вера. То есть таким вот образом он выглядит. С высокой концентрацией способствует увлажнению, стимулирует обновлению кожи, создает водную защитную вуаль на коже. Так, проникает в глубокие слои, питая, увлажняя кожу. Из-за высокого содержания натуральных ингредиентов в составе возможно незначительное изменение цвета, не влияющее на потребительские свойства продукта. Угу, такой вот гельчик, такая вот коробочка. На брови внимания не обращайте, у меня сделан татуаж. Пока что брови заживают, то есть откручивается, открывается. Да, то есть вот он такой, реально как гель. Да, то есть вот такой вот он, как гель, вроде бы не течет. Давайте пробовать. Ага, такая жмяка. Да, то есть ну и нанесем. Ну и вот я таким образом его беру. Угу. Много взяла. Могу сказать, что он вытекает. Так, ну и посмотрим. Так, тут я только могу на лоб нанести, потому что вокруг бровей не решаюсь. Брови мне сказали намазать вазелином. На момент съемки вот этого видео я снимаю, получается, на второй день после, получается, этого геля. Конечно, выдавила много. Можно и на ручки нанести. Но он, правда, он как алоэ, да, то есть на ощущение... Он как алоэ, аромата практически нету. Можно немножечко поделать массажик, да, то есть очень хорошо его поделать, морщинки погнать к лимфе, чтобы все было здорово, да. А вот эту морщиночку вот так вот можно простирать, и она, в принципе, разглаживается, уходит, если это делать каждый день и сильно, да, чтобы чуть-чуть слегка было капельку больновато, когда вы растираете, то есть не легонечко, а прям давить, прям надавливать. Да, то есть ведете, угу, чтобы слегка было больновато. Ну, то есть вот у меня пошла акклиматизация, как вы видите, да. То есть всегда я покрываюсь сыпью. Вот, ничего тут уже не поделаешь. В принципе, гельчик хорошо лег, на лбу уже практически впитался. Где потолще слой, надо подождать. Вот, ну посмотрим. Ну, то есть брыльки тоже надо помассажировать. А вот этот второй подбородочек, его надо щипать, чтобы его не было прям сильно-сильно. Наношу этими местами, потому что так мне как-то не особо удобно. И вот эти места у рук прямо молодее стали как будто. Вот мне вот
привычка вот так наносить. Но сейчас у меня в этот раз камушки идут на маникюре, поэтому я вот этими местами наношу, чтобы камушками лицо не поцарапать. Вот все так вот. Ну да, кремчик уже впитался. Все хорошо. Я думаю, ни липкости, ничего не будет. Сейчас сяду снимать обзор. И уже... тут вот плохо повтирала. И уже буду знать, что вообще и к чему. Вот так вот. Тут уж, конечно, болит еще. Вчера сделали мне его. Вот, думаю, как же я буду тестировать. Вот. Гиалуроновый гель с алоэ вера. Ну да, впиталось хорошо. Есть еще небольшая липкость чуть-чуть. На лбу уже липкости нет. Но тут еще есть липкость. Ну, как бы немножечко есть. Наносить тонким слоем на очищенную кожу лица утром и или вечером. Как восстанавливающая гель-маска, для более интенсивного эффекта нанести гель на очищенную кожу толстым слоем, оставить на 10-15 минут, излишки удалить ватным диском. То есть и так, и сяк можно, да? То есть, ну, я думаю, ну, вот видите, слегка липнет, но я вся прошла 2 минуты после нанесения, и слой толстый. Там написано тонкий слой, а я потолще нанесла, из этого есть ощущение, да, видите, липкости немножечко. Немножечко, немножечко. Посмотрим, как оно будет. Хвостик. Вот так-то вот. Да? То есть тут полностью уже все впиталось, скользит. Не скатывается. Абсолютно не скатывается. Волос какой-то подцепила. Нет, он не скатывается. Излишки. Ну, посмотрим. Очищала лицо, как обычно, перед нанесением восстанавливающим тоником с артикулом 0779. Очень люблю этот тоник. И так получилось то, что я его нанесла много. И вот вы знаете, он абсолютно не липнет, даже толстый слой полностью впитался, полностью вошел в кожу. Да, то есть такая вот красота. Да, то есть вот, вот такой вот он гельчик, да, как вы видите. Он хорошо разносится. Такой вот гельчик. У него легкий такой приятный, с какой-то кислинкой и привкус алоэ, ароматик. В общем-то, приятный очень. Я прям, знаете, довольна. Видите, у меня руки по-разному загорели. С джугбы мы только вернулись. Вот. В общем-то, честно скажу, понравился мне этот кремушка. Легкий, приятный, классный. Он очень хорошо увлажняет. Прям супер-супер питание, супер увлажнение. Ну, не питание, а увлажнение, скорее всего. Да, то есть такого крема не хватало в компании Faberlic. Вот вроде бы чем нас еще можно удивить. Удивили, молодцы. Красивая упаковка, классный крем. Гельчик такой, прям здорово. Значит, стоить он будет всего лишь 400 рублей, еще минус наши 26%. Ну, минус 26 для тех, кто делает 50 баллов. Для тех, кто делает менее 50, вот скидка 20%. Ну и, конечно, ребят, я повторила. Повторила ночную маску желе 50 мл, потому что она мне понравилась. И в дороге... из-за того, что я находилась не в привычной среде обитания, мне ее было очень сложно протестировать. Я вам серьезно говорю, сложно. Почему? Потому что она как бы заявлена как ночная маска с легкой пластичной текстурой, значит, стимулирует природный механизм обновления кожи, увлажняет, улучшает цвет лица. Наноси каждый вечер перед сном и не смывай. И результат нам обещают, как бы то, что будет увлажнение, улучшается цвет лица, вот, и дарит энергию сияния на весь день. Вот, но так как я и подгорала немножечко, где-то забывала, да, солнцезащиточку нанести, где-то что-то, где-то купалась в море 1-2 раза в день, и у меня получалось на постоянной основе то, что я повреждаю свою кожу, да, полдня на солнце, да, то есть 3 дня в море, вода соленая, я люблю, конечно же, нырять и так далее, и, конечно же, я не смогла ее целиком протестировать, и я сейчас ее дома уже, в домашнем условиях, когда у меня уже кожа практически восстановилась, я с ней уже побалуюсь, да, то есть она тоже, смотрите, она как желешечка, да, видите, нисколько даже не течет,
Ну, то есть она как желешечка. Вот этого количества хватит и на лицо, и на всю зону декольте. Прямо от лба до груди. То есть вы ее видите, наносите, и она такая как бы, как будто стоит, да, как будто дрожит. Очень классная такая масочка. Она превращается в такую, знаете, водичку, да, видите? Хоп, и в водичку превратилась, да, вот на руке, если брать ее в меньшем количестве. В общем, классно и здорово. Яркий такой у нее аромат, она быстро впитывается, с ней очень хорошо спать, ни подушку, ничего она не замарает. Вот это мне очень понравилось на отдыхе, потому что на отдыхе раз в 3 дня, допустим, меняют постельное белье. Если я замараю подушку, да, оботру там от нее свое липкое лицо, да, к примеру, как может быть от каких-то жирных питательных кремов, то, понятно, на следующий день было бы не совсем приятно спать, а тут прям я кайфую. Пока могу сказать одну, маска безумно понравилась, я ее полностью израсходовала, наносила на себя, на мужа, на свекровь, да, то есть мы ее очень быстро израсходовали, и всем нам троим она понравилась, но видимого эффекта, конечно же, очень сложно увидеть видимый эффект из-за того, что тяжело было ее вообще оценить не в тех условиях, в которых мы были. Нас очень не в надлежащих, вернее, извините, заговариваюсь. А далее, вот хочется сказать, что нас очень хорошо спас вот этот вот восстанавливающий активный спрей с артикулом 0256. Просто невероятно классно. Очень хороший SPF-очка 15, дневной крем, который защищает от пигментации, защищает от сгорения, вот, выравнивает тон и имеет эффект soft focus, который визуально еще разглаживает лицо. То есть вы нанесли — уже красотка, уже классно, уже лучше выглядите. Эффект soft focus у него не особо такой крутой, но он имеется и он классный. То есть кожа лица ровнее, на телефоне сторисы снимаешь, ты уже ровнее, нежели в жизни. Очень натуральный аромат ревеня. Прямо наинатуральнейший. Я в шоке. Я вообще очень довольна. Знаете почему? Потому что, во-первых, это кладезь витамина А. Он очень полезен нашей коже. Это антиоксидантная защита от повреждений. Укрепляет местный иммунитет. Препятствует преждевременному старению кожи. Стоить он будет 139 рублей. Он идет как питание и защита. 215 мл с ревнем и семенами чиа. Я помню этот аромат ревенья с детства. Он у нас рос в огороде. У нас был огород 4 сотки или 6 соток. Ну, в общем, не помню. И назывался этот огород чили. Там было огромное количество огородов. И все туда приезжали, что-то там садили. Эти огороды у каждого свой были огорожены, получается, забором, да, то есть и такие домики, куча домиков садовых. Так вот, у нас там вот рос как раз вот этот вот этот вот ревень. И я помню, я его отрывала, такие большие лопухи, я его отрывала, так вот чистила, и вот эту вот сердцевинку ела, да, то есть очень было вкусно, конечно. Вот, и когда я, вот, да, вот как он выглядит, и когда я ощутила прям один в один такой же аромат, как у того ревня, который я ела в детстве. Прям, знаете, такие воспоминания. Ну, компания Faberlic, конечно, молодец. Я безумно счастлива, что такой гель для душа есть, и с удовольствием буду мыться. Так, еще смотрите, я заказала новинку. Это новинка прошлого каталога. Мы тоже были на отдыхе, и было непонятно, да, мне. Значит, маска, она идет такая светло-серая. Так, сейчас я вам ее покажу. Да, то есть такая вот светло-серая масочка. Ну, в принципе, и шампунь такой же, да, такой вот идет интересной консистенции, да, как бы с ароматом такой приятной кисленькой глины, что ли, я бы так выразилась. Очень хорошенькая маска, действительно прочищает волосы. Я не знала, как мне протестировать, потому что было длинное, написано, что прям пролонгированный такой эффект чистоты, потому что в принципе, и у шампуня, да, то есть вот, сейчас я вам прям капну его, вот какая-то тут штучка, да, то есть шампунь такой вот темненький, интересненький, да, и
Он очень хорошо пенится, его надо абсолютно чуть-чуть, да, то есть, смотрите, ценовая категория у него дорогая, его надо абсолютно чуть-чуть, он не, ну, как бы он, наоборот, экономичный, он не тратится сильно быстро. Значит, шампунь называется Detox вулканический пепел для всех типов волос. Он глубоко очищает волосы и кожу головы от остатков стайлинговых средств и других загрязнений. Дарит чувство свежести и чистоты надолго. Значит, вот такая вот парочка. И я им помылась. Конечно же, волосы запросили: напитай меня, увлажни меня. Я уже там спреем волосы, конечно же, обрабатывала, потому что этот, он волосы немножечко сушит. Он их не сильно питает, но он не должен их сильно питать, потому что он идет очищающий шампунь, да? Вот, и мне кажется, что после этой линейки можно даже сделать какую-нибудь маску для волос. Вот, в плане очищения, конечно же, идеально. И как раз я его решила протестировать как. Нам светило двое суток в поезде. Значит, мы на машине ехали из Джубги в Горячий Ключ. Из Горячего Ключа мы уже доехали до самого Кирова. И практически двое суток мы были в пути. И вот вы знаете, когда я приехала, у меня волосы остались чистые. Мне это очень-очень понравилось. Хотя я над своими волосами издевалась и после каждого моря их мыла. А это два раза в день. Как минимум один раз в день. У нас там два раза был что-то типа шторма с утра, и мы с утра купаться не ходили. Мы ходили купаться только вечером, когда вода нагреется, потому что, ну как идти купаться? Стыдно же без ребенка-то идти. Вот, поэтому я вам могу сказать, что эту линейку я сейчас полностью протестировала, и, как вы видите, заказала ее второй раз, потому что мне захотелось ею пользоваться время от времени. Не ежедневно, не в постоянный уход, а именно время от времени, когда я делаю прически. Например, на съемку одежды и так далее. То есть это ценнейший источник антиоксидантов. Она идет с сакурой. Бальзам вот такой вот светленький, да, интересненький. Очень хорошо наносится, очень хорошо разносится. Шампунька тоже такая жиденькая, приятненькая, жемчужная, с красивым таким отливчиком. Вот. Аромат у нее тоже сладкий, приятный, очень нежный, очень вкусный. Я прям в восторге от этого аромата. Значит, что тут указано? Значит, питательный шампунь Сакура очищает глубоко. Очищает и глубоко питает волосы, возвращает живой блеск, не содержит СЛС. Но вот после этой линейки у меня что-то типа таких рассыпчатых, пушистых волос, да, то есть у меня волосы пережженные, да, потому что я их не первый год уже крашу в блонд, да, потом тонирую в пепел и так далее. И вот вы знаете, мне не хватило питания, потому что слишком сильно пережженные волосы. И я после этой линейки, конечно же, была как одуванчик. Вот они, пережженные концы, не распушались в разные стороны. Да, есть пышность, да, есть блеск. Да, где меньше пережженок, да, у корней волосы идеально смотрятся. Но вот эта линейка, мне кажется, отлично подойдет моей Екатерине Андреевне, потому что у нее натуральные волосы по пояс. Но, конечно, она у нее быстро уйдет. Вот, значит, не содержит СЛС, шампунь 7721, бальзам Сакура для всех типов волос, глубоко питает волосы, делает их потрясающе сильными и сияющими, значит, 7724. Вот я эту линейку охарактеризую как безумно приятную, хорошо пенится, очень классный аромат, который мне прям по душе, но кончики после нее просят питания. То есть я еще чем-нибудь буду все-таки кончики обрабатывать, да, то есть ну никак по-другому, потому что мне не хватило. Ну, у нас средств для кончиков, слава богу, огромное количество, поэтому я как-то вот особо не переживаю. Ну и следующая серия, которая просто меня повергла в шок, потому что такого в компании Faberlic не было. И, конечно же, компания Faberlic меня шокировала, да. То есть это вот такой вот мусс, восстанавливающий, очищающий кондиционер в виде мусса, да. То есть вот он прям как мусс, видите, он как мусс. Вообще как бы ничем не отличается. Я почему-то подумала, что это бальзам. И нанесла, кстати, тоже очень приятно сладкий такой, свежая сладость, ароматик. И я его сначала нанесла после шампуня. И думаю, такое ощущение, что он еще дополнительно очищает. И я ничего не поняла. Вот, вечером я стала его наносить второй раз после моря. Сразу же.
не почитала, понимаете, я не почитала, я на ощупь начала разбираться, я поняла, что он очищает голову. Пошла читать каталог, пошла читать упаковку. То есть, ребят, я реально не ожидала от компании вот такого вот подвоха, такой вот новинки, непривычной новинки, потому что это впервые в компании Faberlic, и до этого не было даже примерно ничего такого. Значит, восстанавливающий очищающий кондиционер Lotus 150 мл. Он удаляет загрязнения, сглаживает чешуйки волос, сохраняет яркость цвета, придает волосам силу и блеск, не содержит СЛС, использовать вместо шампуня. Артикул 7723. Вот эта вещь мне зашла. Мне очень понравились после него волосы. И уже после него уже мне понравились волосы, хотя он не сильно пенится, он вообще практически не пенится. Он таким способом, как будто как мицеллярная вода, он их как будто очищает. Он хорошо вымывается из головы. А также можно помыть голову два раза, один раз, как вы привыкли. И плюсом к нему еще идет, получается, такая вот маска, восстанавливающая маска для волос, для всех типов волос, 150 мл. Она идет как проникающая глубоко в структуру волос, сглаживает чешуйки, придает каждой пряди мягкость и шелковистость. Вот эта маска мне тоже очень понравилась после того шампуня, да, то есть вот она такая вот не особо жидкая, не особо густая, да, то есть наносится хорошо, без всяких проблем. Вот, консистенция чем-то напоминает мне вот эту вот масочку, да, то есть, ну, это более глиняная, это, конечно, менее глиняная, она больше такая скользит по волосам, да, вот, и вот эта пара, конечно, прям попала мне глубоко в сердце, пока мне хочется остановиться вот именно на этой линеечке, и прям не хочется ничего другого, поэтому мы пока будем тестировать розовую линейку, получается, вот эту вот, да, я привезла Катюше, не привезла, а заказала, да, заказала Катюше, пусть она ее попробует, потому что она ее не пробовала, и пусть она мне тоже скажет свое мнение. Вот это нам после укладок с ней, да, то есть это не для ежедневного, можно так сказать, применения, а вот это для меня сейчас на данный момент прям мне хочется именно этим мыть голову. У меня еще есть запасники других шампуней, поэтому к нему я перейду не сразу, но в ближайшее время. Вот такая вот линейка, которая мне действительно понравилась. Вот эта линейка мне тоже очень нравится, именно умный кератин. Причем вся линейка нравится. Вот именно этим восстанавливающим филлером с артикулом 8264 я и смазываю кончики после вот этого, вот этой линейки и после вот этой линейки. Но после этой линейки прям просят волосы, что поухаживай за мной, что же это такое. Там я заказала, как обычно, венотоник с артикулом 1733. Устраняет чувство усталости, тяжести в ногах, тонизирует кожу, создает ощущение свежести и прохлады, обладает дезодорирующим эффектом, уходит кожа на коже, красивые ноги, легкая походка, да, то есть она когда ходит, копает, еще что-то, она потом смазывает ножки этим венотоником, и ей очень нравится. Далее, один из моих любимых кондиционеров, ароматерапия, это идет восточный пион, я просто очень от него в шоке, от него в восторге, то есть видите, он такой жиденький получается. Абсолютно жиденький, да. А почему в восторге? Потому что белье пахнет каким-то, знаете, вот прямо дорогим парфюмом. Очень приятным дорогим парфюмом. После этого кондиционера заходишь на балкон и просто невероятно приятный аромат. Артикул 118.53. Концентрированный гель для стирки white, для белой одежды. Произошел ребрендинг, то есть он до этого был немножко в другой упаковочке. Абсолютно также хорошо стирает. Это наш фаворит. Артикул 118.40. Далее, конечно же, мои любимые тонички. Две штучки. Один мне, один маме. Если честно, 4 заказала. Вот, значит, артикул 0779 у него. Как говорится, крем без тоника, деньги на ветер. Вот, ну и далее наш любимый маловтилин. Где-то какое-то покраснение, где-то какое-то пятнышко. Мы в доме Кононовых используем его как мазь. Очень такой крутой, хороший крем, который все на свете заживляет. Конечно, им надо часто мазать. Это не мазь, это крем. Вот. Не пробовали его ни в нос, никуда закладывать, да, то есть, как вот многие говорят, горло заболело, горло смажь маловтилином, и все пройдет. Как бы такое я, конечно, не пробовала.
Но все-таки люди пишут, что этим маловтилином можно делать все, что угодно. Далее, от укусов комаров хорошо помогает, да, то есть, ну, какие-то вот воспаления на коже, просто как крем, хорошо подтягивает кожу. Значит, шарики для устранения запаха в холодильнике очень мне помогают. Я не люблю в холодильнике никакие посторонние ароматы, периодически их меняю. Менять их нужно раз в 3-4 месяца. Я тут немножечко запозднилась, все время забывала их заказать. Ну вот, наконец заказала. Артикул 111.60. Далее, закончилось у нас молочко для тела после загара. Все остальное есть. Мы в сентябре едем на второй интенсив, поэтому я заказала только одно молочко на второй интенсив с Викторией. Опять-таки в Джубгу. Вот, артикул 21.20. Омега-3.6.9 уже открыли, уже начали, потому что она у нас закончилась. Ее пила сегодня я, муж и Виктория. Вот, таблетки для посудомоечных машин. Конечно же, я постирала одной таблеткой, а у нас получился казус. Не знаю, кто виноват, таблетки или слишком сильно въевшаяся грязь на дне сковородки, на оборотном, да, дне, вот тем, которым мы ставим прямо, да, то есть там не отмылся нагар. Поэтому я их буду дальше тестировать, и, конечно же, вы их увидите в пустых баночках потом, я вам все точно про них расскажу. Они идут практически без запаха. Почему практически? У них, по-моему, нет запаха. Вот я заказала две упаковочки, идет 20 таблеток. Написано, что эффективно очищают, не требует ополаскивателя, не требует соли и ополаскивателя. Да, то есть эффективно удаляет различные загрязнения и запахи с посуды, столовых приборов, стекла, стекла, кастрюль, сковород, ну, в общем, всего. Придает блеск, сияние посуде, ну, да, так поблескивает немножечко, есть, без следов и разводов. Но вот вы знаете, у нас сейчас были таблетки для посудомоечных машин другие, что те, что другие, немножечко оставляют разводы. Все-таки на стаканах разводы есть. Может быть, дело в машинке, да, то есть машинка у меня не супер дорогая. Мы смотрели, были там машины и за 100 тысяч, и за 600 тысяч, да, ну, всякие машины были. Мы, конечно, взяли за 43, да, за 43 тысячи. Далее, значит, написано, предупреждает образование известкового налета, но это я никак не отвечу. Предотвращает помутнение стекла и придает блеск, придает сияние столовым приборам и посуде из нержавеющей стали. Да, посуда, в принципе, как блестела, так и блестит. Что я могу сказать? По сравнению с таблетками, допустим, из магазина, эти меньше воняют. Я не люблю вот этот сильный запах порошка, там, Миф, Ариэль, Тайт. Я не любила никогда эти запахи. Вот, и я могу вам сказать, что мне не хочется, чтобы у меня в доме вот этой химии прямо било, воняло в нос. Если мне хочется запах, то уж, конечно, это будет какой-нибудь ультракондиционер для белья, а не из машины, да, то есть не из посудомоечной машины, да, запах. Ну вот, в принципе, мои хорошие, я вам все рассказала. И еще, та-дам-да-дам. Вот, как обычно, такая кучка батончиков, потому что мы их очень любим. Значит, в этот раз мы заказали кучку клубничных. Значит, клубничные... Так, а где тут артикул? А вот клубничный 156.36. Кучку вишневых, вишня с миндалем, 156.48. Кучку заказали с кокосом, 156.46. С фисташками, фисташковый, 156.47, шоколадный, 156.45, малиновый, 156.32, и так, фисташковый я говорила, черничный, 156.49, клубничный говорила, вроде бы все сказала, кроме бананового, и банановый, 156.33. Вот такая кучка мала вкусняшек. Будем кушать. Ну все, теперь точно всем пока-пока. Это были новинки и не новинки каталога 13-2020. На самом деле не очень много новинок. Больше, конечно, новинок было одежды. Но одежду я сделаю для вас уже в следующем видео. Этот заказ мне пришел весь сегодня. Вот, поэтому много что я успела протестировать. Я прям огромная молодец. Примеряем новинку. Трикотажная фуфайка с коротким рукавом для девочки. Цвет мультицвет, размер 122, 100% хлопок, артикул 128.001. Смотрите, какой классный рисуночек. И на спинке то же самое. Очень красиво. Вика, посмотри в зеркало. Посмотри в зеркало. Ой, как красиво.
Да? Скажи, ой, как красиво, да? Хорошенькая, очень мягкая. К телу. Ну, обычная такая, знаете, футболочка летняя, прикольная. Яркая.